Ушли, видели? Вошли. Опять. С вот этого движения на самом начале гасится. Опасность вон там. Там, за мной. Я принял решение атаковать. То есть удар был коленом в пах. И мы то же самое. Добили ее и убежали. Сейчас нам угрожает оружием, огнестрельным оружием. То есть мы достает оружие, на раз-раз. Я, естественно, начинаю. Вот мое положение. То есть я сразу поднимаю руки, то есть принимаю решение. Если я потерял сразу движение, вот это вот сразу, и не начал ничего делать, то мне нужно искать момент. Я должен говорить, все, все, брат, чушь, хочешь, я тебе деньги отдам. Все, все отдам. И потом мы просто хватаем этот пистолет. Я выиграю время и наношу естественный удар. То есть мы можем бить в горло. И этого будет достаточно, мы его не убьем, но дыхание перехватит, и перехватит на, как раз на то время, на которое мне нужно, чтобы убежать. Итак, все это будет...